Очередная группа мобилизованных резервистов отправилась сегодня с военкомата города Каспийска на дальнейшие сборы и подготовку. Провожали бойцов коллеги, друзья и родные. Чтоб Аллах вас берег, чтоб Аллах вас защищал, как мы вас провожаем, так и чтоб вернулись вы, я Аллах, с Аллахом. Дай Аллах, чтоб Аллах всегда вам помог во всем. Напомним, что частичной мобилизации подлежат военнослужащие запаса, имеющие определенные звания и необходимые в зоне специальной военной операции воинские специальности.